Итак, смотрите, с вами ТопГэм, мы продолжаем играть за теперь Объединенное Казачье Войско под Красновым. И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же, видимо, идем на войну с Украиной. Посмотрим, по крайней мере, нам об этом говорит игра. Так что поехали, будем разбираться с ситуацией. И мы вот сюда доехали, я понимаю, что у меня не хватает здесь снабжения. Машин у меня нету, кстати говоря, все еще надо бы их исследовать. Но есть очень много чего я хочу исследовать, конечно же, в первую очередь кап. Мы достаточно скоро это исследуем, это очень жестко забустит все наше производство. Самолеты, и я хотел бы, наверное, в свою кавалерию добавить какие-то танки, чтобы немножко подобудить и получить щиток. Посмотрим, что мы в итоге сделаем. А здесь, да, видите, есть реальные проблемы с снабжением. Как будто проще эту территорию просто сдать. Так что вот так вот мы, наверное, поставим наши дивизии. Я, кстати говоря, начал сделать фортификации на границе с Россией. Но, видимо, вот этот форт, допустим, мне понадобится и против Украины. Ну, а это нам понадобится в войне, потому что, ну, без фортов, наверное, будет тяжеловато. Хотя бы первого левела было бы неплохо получить. Так что доделаем мы эти дивизии, дальше посмотрим. И как будто все. Ну, блин, у меня есть ощущение, что они просто какой-то фокус взяли. Знаете, который теперь дает им решение нападать. Потому что, по-моему, так и есть. У них есть фокусы. Мы уже поиграли за Украину, вот он, да. А Малиновый клин. Требовать Кубань. И в теории они могут ее потребовать теперь в любой момент. Когда это будет, понятия не имею. Кстати, введение сухопутной войны в Сибири, в теории она должна скоро начаться. Есть, по крайней мере, на это все шансы. И я бы очень хотел именно в этот момент напасть сам на Россию. Это нам, наверное, помогло бы. Также у нас теперь появляется саперная рота. Надо будет, конечно, побольше сделать допки, но как бы нормально. И Россия нападает на Исламскую Федерацию Туркестан. Угу. Это, конечно, интересное развитие событий. Ожидаемое. Но, кстати, у нас слота нигде нет исследований, к сожалению, что меня очень расстраивает. Ну да, так что, наверное, делаем вот этот фокус. И это один из... Вот в идеале сейчас бы на них напал бы, как говорится, Трансамура, было бы вообще 10 из 10. Но это пока не очень возможно. Кроме если как они по решениям это делают, что вряд ли. Хотя подождите, Россия уязвима. Да, у них все еще есть это. В теории у них уже доступно решение, просто они его не нажимают. Это было бы идеальным моментом именно сейчас, когда они воюют здесь. Здесь, как бы, понятно, страна слабая, они ее победят. Но, тем не менее, войска какие-то туда перетягивают. Если они сейчас нападут отсюда, и мы вот отсюда. Забавно, что у нас самая худшая стартовая позиция из всех стран, но мы имеем максимум по сравнению с этими всеми. Но понятно, что там боты все-таки. Это не удивительно. И вот она, вернуть себе родину. Что это нам даст? Просто войну. Как говорится, ясно. Вообще, да, видите, снабжение у нас здесь очень-очень проблемное. У нас пунктов снабжения рядом нету. Как бы были бы машины, мы бы, может, еще и снабжались. Волгоград здесь было бы хорошо иметь, а не вот так. Так что есть проблемы. Тут, кстати говоря, есть Амогус. Блин, вот идеальная ситуация, Амогус нападает на Россию. Вот эти ребята нападают на Россию. Тогда уже и мы можем напасть на Россию. Кстати говоря, у нас теперь есть возможность покупать... Даже бесплатно, как будто снаряжение, это звучит очень приятно. Нам только, получается, нужно людей на это все дело найти. Значит, можно расширять наши дивизии. В идеале, конечно, иметь хотя бы двадцаточку. Ну и да, давайте закупаемся винтовками. И 400 допки тоже можно взять, это звучит как выгодное вложение. Ну, кстати, Россия несет некоторые потери. А значит, что они несут потери в винтовках, это самое главное для нас. И вот я думаю, нападать или нет, потому что... Дальше будет только хуже, так сказать. Дальше они будут только сильнее. Пока что у них хотя бы бафов на армию нету. А в будущем будут. А у нас бафов новых особо-то и не будет. И здесь и экономика тоже разгонится. И вот это все. Так что надо подумать. Вообще я бы очень хотел, чтобы вот эти ребята напали. Но не знаю, насколько это реально. Ну а мы доделываем нашу двадцатку. Да, там, конечно, будет не хватать очень винтовок, но потихоньку их можно будет покупать. Кстати говоря, здесь можно еще артиллерию покупать, но артиллерии, благо, у меня более чем хватает. Так что идем до 5% населения, это, наверное, единственное, что можно здесь взять. Авиабазы, истребители можно купить, бомбардировщики. Бафов нету на исследование, так что мне это мало что дает. А вот бафы на исследование пехотки, наверное, полезны, потому что я бы хотел оружие 2 исследовать. О, вот и ультиматум пришел. Слушайте, ребята, ну вы немножко это, проспали, как говорится, момент, когда мы были хотя бы немножко уязвимы. А, так что нет. Извините, но нет. Да, они одни, кстати.
Если мы ее захватим, это было бы неплохим усилением нашей армии. Давайте выставляем нашу армию сюда. У нас, конечно, единственное, не хватает снабжения. Машины мы только-только исследовали. Надо их поставить на производство. Я бы сказал, штучки две, потому что мне нужно их побыстрее настроить. И все, я бы, наверное, потом, может, какие-то моторизованные войска делал. Ну и, конечно же, мы моторизуем вот здесь вот снабжение. Это, кстати говоря, не достает вот сюда. Эта провинция очень грустная. Надо забрать, наверное, Луганск, по возможности, чтобы снабжаться. Ну вот здесь вроде как хватает, да. Так что мы откажемся. Но под конец, чтобы у меня войска успели набрать организацию и укрепление. Почти все авиатехи у нас готовы, что меня очень радует. Надо потихоньку, наверное, делать какие-то средние танки. Но и пехотку тоже хочется докачать. Так что отказываемся и ждем войны. Я думаю, дальше мне не интересны никакие фокусы, поэтому я просто буду копить политку на всяких советников, которых у меня пока что нету. А вообще это очень сильно. Так что надо брать. И смотрите, и ничего не делают. 14 дней, мне кажется, должны были уже пройти. Блин, очень неприятная ситуация. Ни тут не нападают, ни тут не начинают нападать, ни здесь, ни... Как бы... Как говорится, сидишь и ждешь чуда. От моря погоды, как говорится. Но что нам остается делать? Я бы сказал, наши воины, это, знаете, вот это та самая гифка, где все едет и едет, машина об столб ударится, но никак не ударяется. Это вот, ну, примерно наше состояние с Россией и с Украиной. Я лишь надеюсь, что сейчас будет 39-й год, и они все-таки решат напасть не по фокусу, а по вот этому решению, которое у них уже точно должно быть доступным. Здесь ведь уже сколько, 118 близости к войне уже могут. А эти ребята сопротивляются очень уверенно. А, ну вот, как я и говорил, да, помните, здесь было 40-50 фабрик, точнее, военных заводов. А теперь там 90. Как бы вряд ли мы сможем истощить их людские резервы, а винтовочные, ну, тем более. Ну ладно, что нам остается? Отправляемся на границу с Россией. Я не вижу особо других вариантов. Нам нужно уже воевать. Нам все особо нет смысла. Здесь мы убираем снабжение, здесь добавляем. И здесь тоже, видите, проблемное очень снабжение. Ну, как можем, так и добавляем. Нам сразу надо Астрахань взять и Волгоград, станет все проще. Так что, да, поехали. Ну и что, товарищи? Последний день? И нет, напали они чуть-чуть пораньше. Ну, как они? А мы технически. Но, конечно же, это защитная война. По крайней мере, так мы будем рассказывать. И в идеале, конечно, да, переждать, пока они об нас поломаются, вот это все, но нужно забрать пункт снабжения, иначе мы здесь не переживем ничего. У нас, видите, здесь снабжения не хватает, здесь не хватает. Очень проблемная территория. Так что нам нужна Астрахань и Волгоград. Так что двигаемся туда. Вроде как должно быть ок. Потому что вот примерно так идут у нас бои. То есть меня это более чем устраивает. Можем еще попробовать сделать вот так. А здесь, допустим, одну дивизию ставим, а вторую пустим вот так. У нас вполне себе есть шансы это успешно сделать, так что попробуем. А еще пора, наверное, создать агентство. У нас, конечно, фабрик нету на это все чудо, казалось бы. Но в целом есть. И да, нехватка припасов очень сильно на нас сказывается. 30 атаки — это очень много, как вы можете видеть. Поэтому я очень хочу здесь пробиться. Но вот в Астрахани я точно уже пробиваюсь. Так сказать... Здесь у нас проблема плюс-минус решена, у нас только надо, чтобы ЖД дочинилось. Почему-то еще вот это ЖД сломалось, это, видимо, вот эти... Вот это? Я не понимаю, почему вот это ЖД сломалось, когда это наше ЖД. Но ладно. Теперь у них, кстати говоря, здесь снабжения нету, и это очень хорошая для нас новость. Как я говорил, регион проблемный. Если я заберу Волгоград, и в теории вот туда, кстати говоря, тоже пропушу, должно стать вообще хорошо. Эти ребят хотят с нами пакт неотпадения, я это сделаю. Россия, да, истощается, кстати говоря, неплохо так. В теории, может быть, мы сможем их истощить, но это вряд ли. Шальца, кстати говоря, здесь начала работать, но так. Снабжения у нее пока нету. Так что не особо-то и начало. И Астрахань мы не отдаем, по крайней мере, если нас не будут троллить с реинфорсами. Да, появилось снабжение, прелесть, все. Теперь у нас здесь должно быть окей. Осталось как-то забрать себе Волгоград. Кстати говоря, у нас собрали здесь провинцию, забавно. Ебало мое, сейчас представили. Ну, мы сделали вот так. Ну что, сейчас Краснов где-то, получается, в
Черкасске, толкает речь про тотальную войну и готовы ли они работать, казаки, день и ночь, как говорится, ради этой победы. Не, ну как бы с одной стороны, да, неприятно, причем такая сторона здоровая, знаете, прям очень здоровая. А с другой стороны, а как бы, ну мы это переживем на самом деле. Нам главное сейчас как продефаться, наверное, я здесь построить какие-то укрепления, попробовать. Давайте сделаем, наверное, как-то вот так. Причем в Астрахани в первую очередь, но вряд ли там будет строительство вестись. Сейчас у меня еще вот сюда идет некоторая часть нашей промышленности, в общем-то, вся. И хотел бы я мобилизовать нашу экономику, но перед этим я бы, наверное, хотел себе вкачать вот это на военнообязанное население, либо кого-то здесь поставить, но здесь не сильно такие большие бафы. Вот это, кстати говоря, на самом деле хороший баф. Наверное, именно это нам сейчас и нужно будет, 150 политки на это копим. Вообще, вот эта вот форсированная атака от России очень смертельная для нее. Она очень много ресурсов сейчас своих истощает. И надо понимать, что вот эти ребята все еще не добиты. Значит, там тоже имеется немаленькое количество войск. Кстати, потери начинают расти у России больше, чем у Исламской Федерации. У Исламской Федерации все еще есть люди, хоть их мало. И есть, самое главное, заводы. Так что они все еще могут сопротивляться. Ну и мы, конечно же, будем сопротивляться еще очень долго. И да, я понимаю, что мне, ну, типа, теперь еще сильнее нужен Волгоград, поэтому надо пытаться к нему прорваться. Потому что у меня здесь иначе, ну, вообще нету ни одного пункта снабжения. Как бы, литерали ни одного. Надо хотя бы Волгоград и к нему строить какое-то ЖД, видимо. Но я других вариантов не вижу. Вот так вот построим, если сможем пробиться. Но теории должны. Теории как будто сюда точно сможем. А там немножко в защите постоим. Тогда сюда надо. И может тоже сможем. Смотрите, они заводят вот сюда дивизии. Это выгодно для нас. Мы сейчас сможем их вот здесь вот подрезать. Более того, мы сможем их, наверное, подрезать даже в Волгограде. Если сделаем, наверное, как-то вот так. А еще я решил сдать вот эту вот провинцию. Потому что мы таким образом сузим фронт. Будет попроще. Но нас атакуют, поэтому, ну, окей, подефаем. А ну вот мы и вышли, они перестали атаковать. Готовятся у нас 3 дивизии в резерве. Когда-нибудь мы их задеплоим. Так, а здесь нам нужно эту дивизию подвайпать, я думаю. Мы в состоянии так сделать. Да, отлично, мы даже 2 дивизии здесь вайпнем, потому что, как вы можете видеть, вот эти ребята отступают сюда. Прелесть. Поэтому делаем вот так. И дивизия должна практически сразу вайпнуться. Да, там есть проблемы в этой дивизии с организацией. Нет, эта дивизия не успела вайпнуться, это грустно. Но опять-таки, ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Пока что все у нас все еще хорошо. Даже более того, если мы сможем вот сюда пробиться, но нет, они успели зареинфорситься. Да, сюда мы не пробьемся. Даем им тогда зайти. А пускай заводит дивизии в окружение еще больше. И как будто вот оно, 2 дивизии сюда сейчас зайдут. И мы окружим 3 дивизии теперь. Они решили спасти свои дивизии, но по факту только завели туда дополнительные на бой. Хотя они могут успеть вот здесь что-то сделать, но я постараюсь, чтобы не успели. Прекрасно. Да, дивизии вайпнуты. Есть нюанс. У нас, не спеша, потихоньку качаются люди. У нас они уже, если честно, закончились. Надо расширять призыв, я полагаю. Хотя все это время авиация наша работает. Как видите, авиация — это очень правильное вложение было, потому что здесь иначе нас бы штурмовики просто уничтожали, и дебафов у нас было бы огромное количество из-за вражеского присутствия в воздухе. Блять, трактор, как говорится. Но ничего, я думаю, у нас есть варианты, как с этим справиться. Нам, опять-таки, взять Волгоград, все будет настолько проще. Так что пытаемся, пытаемся. Они подогнали сюда ЖД-орудия. Блин, это, кстати говоря, создаст некоторую разницу, я бы так сказал. Потому что оно, ну, реально мешает. Оно 10% дает минуса вот здесь вот. Это фактор вполне себе. Что навевает на меня на мысль, что нам нужно свое. Самое главное, они горят вот здесь вот в Астрахани. Это меня очень устраивает. И здесь Туркестан как будто начал, да, вообще тут атаковать. Может, он даже сможет камбэкнуть. И мы все ждем, конечно же, Трансамур. Колчак, давай, вводи войска, как говорится. Кстати говоря, тут еще и командующий пехоты подъехал. Теории. Да, господи, смотрите, какие у нас прекрасные бафы. Государство плюс 75. Это, конечно, прелесть. И, наверное, сюда бы поставил вот защиту еще кавалерии. А здесь, блин, атака пехотной дивизии, по-моему, не будет сюда работать. Ну-ка. Да, все верно. Я правильно это помню. Перк покачается, но атака не дается. Так что мы качаем мастера засад, потому что, ну, на самом деле, приятный перк. Не супер сильный,
но приятный. И наш Ростов пушат, поэтому я вот эти две дивизии, которые обучались, ну их там было три, но я одну распустил ради мэнпауэра. Отправляю в Ростов, пускай помогают. И да, здесь тоже фронт не самый приятный, потому что здесь нету рек. Здесь вот, допустим, держать равнины нам супер неприятно. Наверное, нам стоит дать еще одну провинцию. Отойти вот сюда, чтобы еще больше сузить фронт. Западный, по крайней мере. Ну и вот так вот. Сегодня все здесь некоторые проблемы с снабжением в каких-то территориях. Нас это более чем устраивает. Возможно, ПВО подкачать. Но я, наверное, буду сейчас подкачивать артиллерию. Все-таки нужно увеличивать потихоньку статы наших коней, так или иначе. Так, а вот это приятный моментик сейчас происходит. И здесь нас тоже пушат, но здесь нас не смогут пробить однозначно. Это прекрасно. И по ощущениям они сейчас выведут эти вот войска в две стороны. Да, они более того, они заводят сюда еще больше, отлично. И мы сможем вайпнуть очередные три дивизии. Да, они еще... Ух, вот это улов. Повезло, повезло. Говорят, сейчас где-то у нас генштаб. Единственное, надо что сделать, это укрепить вот эту вот позицию, чтобы нас здесь сейчас не прорвали. Пока мы добиваем это окружение. А они могут здесь прорвать очень легко. Туда успела дивизия зайти еще одна. Все, если она успеет заренфорсить, все отлично. Здесь у нас все в порядке, здесь у нас все в порядке. Сейчас будем приниматься за добивание. И в теории мы сможем захватить, получается, их РЖД-орудие. Я вижу, здесь нас пробивают, надо это заренфорсить, конечно же. И все отлично. Итак, да, в наши казацкие сети попалась просто невероятная рыбка, скажем так. Давайте вот так сделаем. Это оставим на позиции. В теории мы ее должны захватить? Да. Уф. Так, да, есть нюанс. А как ты сюда попал? Молодое железнодорожное орудие, расскажи, пожалуйста, как ты туда попала? Тут нет ЖД вообще. Нет, подожди, или есть? Есть, окей. Все, мы его так вот выведем. Вот сюда, наверное. Ну, по крайней мере, сейчас ЖД починится здесь. Потому что они его захватывали на какое-то время. И мы сможем его вот сюда повернуть. И он, в принципе, отсюда будет работать. Все, нам не надо исследовать собственное. У нас уже есть одно их. Прелесть. И доктринка тоже потихоньку подкачивается, что дает больше еще статов нашим дивизиям. Это очередная прелесть, как говорится. Ну и теперь их орудие работает по ним. Прекрасно. Тут почему-то только дебаф очень маленький. Не уверен, может из-за того, что снабжения не хватает. Сложно ответить. А в любом случае, сейчас мы подвинем ее как-то туда-сюда. Нам нужно вот эту провинцию вернуть. Как-то его вывести. Можно, конечно, здесь построить, но это слишком долго. Ну что я могу сказать? Пока что война продвигается медленно. Медленно, но успешно. Здесь ребята тоже начали камбэкать. И чувствую, что победа, в принципе, возможна. А значит... Значит, все круто. Единственное, конечно, есть нюанс, что там винтовки, по ощущениям, не закончатся никогда в жизни. Единственное, да, там в теории могут закончиться люди, но не скоро. Это, видимо, будет той самой игрой, где мы будем воевать до 41-го года. Ну, что же, значит, такая игра. Блин, и я вижу момент, и я не могу им не воспользоваться. Мне срочно надо... Кружить Волгоград. Я могу это сделать. И черт возьми, вижу, что я могу это сделать. Ладно, они заринфорсили. Все, я теперь не могу это сделать. Впрочем, ну тяжело, но как будто есть шансы. Опять-таки, если как только мы берем Волгоград, ситуация улучшается на фронте просто в 10 раз моментально. Что, попытка номер миллион? Если не заринфорсят, то мы выбьем ее. А пока что ее не реинфорсят, эту провинцию. Если, кстати говоря, меня опять пытаются пробить, я сейчас не дам это сделать. Прекрасно. А вот отсюда можно, кстати, дивизию, наверное, тоже сюда. Вообще, ну да, сюда бы куда-то увезти. И две дивизии. Все шансы у нас. Одна дивизия. Как там? Надо включать песню Папича Вика, потому что это победа. Мы сейчас берем Волгоград. Точнее, мы уже его взяли технически. А пункт снабжения у нас сейчас включается. Из него нас уже выбить, я думаю, невозможно. Сейчас только нужно, да, немножко фронт укрепить, но это как бы такие дела уже, знаете, простые. У нас теперь появляется здесь снабжение. Я сейчас вот это вот ЖД достраиваю через несколько дней. И действительно, наша ситуация становится прекрасной просто моментально. А у России снабжением проблемы все так же остаются.
Ну и да, придется мобилизовываться еще больше людей. Ну что, на этом моменте, наверное, давайте-ка мы и закончим эту серию. Началась тотальнейшая война. Действительно, мы против одной России, было бы нам непросто. Нам еще Украина нож в спину, так сказать, принесла, ударила. Но мы как будто сможем это пережить. У нас есть куча снаряжений, у нас есть самолеты. Я уже начинаю исследовать бомбы, буду начинать делать штурмовики. То есть авиапревосходство у нас как будто имеется, и как будто будет и дальше. Так что прекрасно. Ну а с вами был Топгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твиттер, скорбустеры, все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.